Hi guys, welcome back to Junris Vlog at the Greek. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? So if you're doing well and amazing, and the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Putin, NATO doesn't want to let Russia relax. They should know that Russian don't relax anyway. Wow, from the title itself, this is so interesting, because when Putin speech or tackled about the economic, about the people of Russia, he will always defend and he will always say about things of Russia, and he is very knowledgeable and brilliant and genius president, a true leader that we truly want to listen and enjoy watching with him, because he is so knowledgeable the situation of Russia. He is always been there and to protect and to know what's really happening inside his country, and is really this leader that he really wants his people and his country to be good in any other countries. And credit to the owner also with the video to Russia Inside. I'll put the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian video that you can suggest, please drop it in one section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it guys, enjoy with this amazing and incredible video listening of Putin of how this one. Enjoy. Привет, guys. Вы уже упомянули об американских учениях, и вообще такая обстановка, атмосфера, она такая очень напряженная. Вот в последние часы, сутки, мы видим многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину. И якобы США даже предупреждают своих партнеров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение. При этом параллельно мы видим, что прямо у наших границ, в районе Черного моря, идут учения США и НАТО. Как вообще вот всю эту обстановку вы оцениваете? Ну, я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но, ну, схожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали. Вот действительно, сейчас Соединенные Штаты, их союзники по НАТО, проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Вот вам как бы отчасти ответ на предыдущий ваш вопрос, где и как летают наши стратегические ракетоносцы. Используется Б-51, это достаточно уже старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей. Это первое. Второе, что касается Украины. Ну, вот нас все пытаются подвинуть к исполнению Минских соглашений. А часто обвиняют в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать? Ответа нет. Они прям так не могут сформулировать. Я не шучу, вот именно такой диалог. А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. А тем не менее от нас публично все время требуют исполнения. Теперь второй вопрос связан с тем, кто сторона конфликта. В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта. И мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся. А что происходит с тем, что киевские власти делают?
Но напомню новейшую историю. То исполняющий обязанности принял решение использовать вооруженные силы для решения конфликта на Юго-Востоке, на Донбассе. Это была первая попытка с помощью военной силы решить вопрос. Затем уже пришедший к власти господин Порошенко, несмотря на попытки убедить его не делать это, предпринял вторую попытку вооруженного решения вопроса вооруженным способом с помощью вооруженных сил. Чем она закончилась, какими трагедиями, мы хорошо знаем. Это же они начали. Теперь действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Байрактар, то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация. Она беспилотная, это авиация. Что применяет в зоне конфликта? Что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто даже на это не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то так невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят, применяли и будем применять дальше. Вот. Параллельно с этим организовали внеплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам просто нам не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся. В таком формате вообще, в таких условиях есть смысл для встречи Нормандской четверки, на котором настаивают и европейские партнеры, и Украина? Ну, я последних настойчивых предложений на этот счет не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело не было сегодня, как бы сложно не было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться. Ее нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим. Wow. I truly agree with him. He's always been the leader that always don't retaliate and don't provoke any other country, because he is the president that always listen and take into action and consideration in everything of what Russia has did, and truly an incredible like topic of this one. And you can truly feel of how smart and genius he is when the way he just answered with those questions throw at him. And this is the most important and graceful leader who doesn't not retaliate unnecessary provocation of other nations. He has his wits, and also about him, unlike most of the Western, like about the Western leaders as of today. Mr. Putin speaks with such clear and very important points that everybody well understood about it. And he exhibits all the qualities of the global leader should have, and it's like very clear and precise of how he balances words, and he really knows what he is doing, and he knows how to handle those haters, especially to all the people who are against with Russia. And this is such an incredible video showing of how this true great leader, Mr. Vladimir Putin, is such an incredible, brilliant and smart. Being a president of Russia, he is like incredible of handling his country and his people, and that's magnificent of him. And I hope guys you enjoyed watching with this one and listening, and if you have some additional information with regards to this video, please drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all. If you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put it in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadag React saying Istanbul, Supasik guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, guys. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.